Ребята, всем привет, и с вами Эрчи, и это 23-я серия похождений лысого и злого Николая Баскова. После долгого довольно отсутствия я возвращаюсь, я починил компьютер, и новая серия. Мы вернулись в наш особняк, в наш поломанный особняк, у нас все поломано, порушено, душ бежит, холодильник работает, мне казалось, он у нас тоже сломан. Ну ладно, компьютер, в общем, тоже сломан, денег у нас нету. Полный крах. Давайте разбираться с этими проблемами. Нет, пока явно не получится. Потому что тут занимательная беседа. Таня на унитазе, и Полина решила не связываться с ней. За ремонт у нас в доме, насколько я помню, отвечает как раз таки Полина. Поэтому давайте-ка починим, тем более менять компьютер целых 720 местных рублей. Это плохо. Ах да, кстати, только заметил, где ковер? Он тоже сгорел во время пожара, похоже. Как и барная стойка. Давайте ковер-то купим. Без ковра уж сильно плохо. Так, я не помню, какой у нас был. Нет, не такой. Вроде бы вот такой, да? Или вот такой? Нет, вроде вот такой. Хотя у нас был посветлее. Да, вроде бы вот такой, и он как раз нам по цвету подходит. Ну, более-менее. Может, я, конечно, ошибся. Может быть, он был у нас немножечко посинее. Ну ладно, меня устраивает. Меня устраивает, главное не по голому полу ходить теперь ребенку. Да, пустует все у нас еще эта комната. Никак я не могу денег наскребсти, чтобы хоть как-то ее обставить. Так, ну вот и Лида приперлась. Кто ее, спрашивается, звал? Стоп, Татьяна где? Где Таня? Угу. У нас детали для оборудования. У нас любимое место для тусовок — это у мусорки. Сюда все поочередно уходят и сидят в телефоне. Одни пенсионеры ходят. Хорошо, давайте Танюху отправим с Лидой пообщаться, а то стоит она там как бедный родственник у двери. Отец семейства. Опа-на! Улучшение плаката. Олег мечтает продемонстрировать свой плакат про дельфинов. На нем есть все: иллюстрации, фотографии, любопытные факты. Но все дети толпятся у плаката другого ученика, на котором что-то поблескивает. Олег может сказать, что забыл свой плакат дома, и добавить деталей на перемене. Нет, ну давайте улучшим. Или вовремя покажем. Давайте улучшим. Соврем. Олег прячет свой плакат, найдя серебряную ручку в классе рисования. Он разрисовывает плакат маленькими серебряными рыбками и завитушками во время перемены. Преподаватель восторгается улучшенным плакатом, и Олег получает дополнительные звездочки за старания. Юху! Круто. Ну, хоть мы и соврали, но, похоже, это хорошо кончилось. Компьютер починили мы, да? Отлично, остался мусор после компьютера. Теперь очередь душа. Полина у нас, кстати, почему-то... А, ну, правильно, сама нагадила там, и сама же и недовольна. Давай чини душ. Девочки все общаются. А, кстати, наше походное снаряжение-то не пропало? Эй, я не понял. Или оно у Коли? Да, слава богу, у Коли. Я думал, все, что мы купили в походе, у нас пропало. Отлично, ну, смотрите, у нас... Холодильник, палатка. Может быть, палатку мы куда-нибудь впендюрим во двор? Что, нельзя? Или на задний двор? Да, давайте лучше на задний двор ее поставим. Ай, нет, не то сделал. Не то сделал. Коля, давай, иди сюда. И палатку... Палатку мы поставим... Ну, сюда, наверное, да? Сейчас я только немножечко...
наверное, стоит развернуть, как мне кажется. Вот так. Ой. Да, и теперь можно жить. Новое спальное место. Читать журнал «Дикая природа» даже можно, отлично. А, давайте посмотрим, что у Коли с работой. Шестой уровень пакостей нам нужен. Шестой уровень пакостей. С Лидией как-то не хочется пакостить. Да больше никого нет. Лида, извини. Карманная кража. Это то, что нам нужно. У нас как раз нету бабла. Попробуем Лидию обчистить. $31. Чё-то маловато. Давайте дальше. Током бьемся. Вонючее облако пускаем. А Лидии это нравится. Пугаем. Ой, можно заигрывать. Групповая активность, это что такое? Нет, групповую активность мы пока делать не будем. Подзадорим. Кстати, нам нужно еще ввязаться в 5 драк для того, чтобы жизненную цель нашу выполнить. Полина починила все, да? А пол не помыла. Плохо, очень плохо. Давайте моем пол и выносим мусор. А где Таня? Таня-то где? Ха, вот видите, палатку не зря поставили. А что она делает там? Читает журнал «Дикая природа». Ну вот, кому понравилось на отдыхе. Сосиски с фасолью — одно из самых распространенных блюд в походе, но будьте аккуратнее, блюдо вызывает чрезмерный метеоризм. Это к чему? Кто-то у нас ест сосиски с фасолью? Странно. Смотрите, Коля тоже пошел в палатку. Им там определенно нравится. Эй, а где? Так, Колина любовница пришла. Но любовница нам сейчас нужна для того... Это что такое? Это что такое, блин? Ё-моё! Лидия, ты чё, совсем на старости, что ли, крышей поехала? О боже мой. Бедная старушка. Маразм. Маразм. И еще раз маразм. Стоп. Вот незнакомый дед. Грустный дед, который сейчас и будет от нас получать. Стой, дедуля. Приветствуем грубо. А Татьяну мы давайте-ка отправим. Она у нас чем занята? Просматривает веб-страницы. Что нам нужно по работе? Скрипка-гитара. Скрипка-гитара, гитара-скрипка. Ну ладно. Пусть просматривает. Полине, кстати, мы работу должны найти. Вот что я вспомнил. Ну пока хорошо, пусть убирает, я думаю. Я думаю, мы сделаем это позже. Дед, стой! Стой, дед. Итак, с любовницей мы прощаемся. С дедом мы, короче, сейчас подеремся. И выполним свою жизненную цель. И покачаем на нем нашу... Да куда ж ты уходишь все? Слушайте, какой трудный дед. Стоять! Квифт! Банилла пифтадор! Отлично, 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 отлично. Насмехаемся над одеждой. Испугаем. Просить провести время вместе? Нет, это Коля не такой. Вонючее облако. Ой, смотрите, у нас покойник в друзьях опять. Пакости, 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 отлично, мы скоро прокачаем пакости. Кричим. И у Коли будет повышение. Хочу повышение, хочу повышение. Так, что еще? Врём про карьеру.
Драться пока не будем, подеремся в самом конце, когда... когда... прокачаем нашу пакость. Давайте током. Опять какой-то... Слушайте, одни пенсионеры, у нас какой-то квартал пенсионеров, блин. Все, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Отлично, отлично, и теперь можно с ним подраться, я надеюсь. Олег возвращается из школы с четверкой, Ну ладно, плоховато, конечно, но до этого мы были вообще троечниками. Когда уже нам дадут избить деда? Эй, куда пошел? Куда пошел? Ха-ха, от нас так просто не уходят. Чувак, ты зря. Да, давайте поглумимся. Что такое? Еще к нам лезут пенсионеры. Мне нужен только один дед, вот этот вот. Давай уже, когда ты там из себя весь выйдешь. Отлично, драка, все. Готово, сейчас мы сделаем, выполним нашу жизненную цель. Ну я надеюсь, Коля наконец-то надает ему, а то все нас до нас бьют. Делаем ставки. Ну я ставлю на Колю. Отлично, Коля победил. Коля победил. Мы ненавидим друг друга, ну и плевать. Коля захотел в туалет сразу после таких драк. Ну, его можно понять. Страшно, страшно. Чем занимается Олег у нас? Давайте посмотрим. Бодрости вообще ноль. Ну, нам нужно только делать, в принципе, домашнее задание, да? Хорошо, пусть отдыхает. Полина. Что там с цветочками у нас? Давайте прополим. И польем все. А дерево поливать не надо, судя по всему. Полина уже максимальное количество действий имеет, ну ладно. Давай, от сорнячков почисти, а то вон наросли всякие одуванчики, ромашки. Где наш Николай? Когда он на работу? Через 2 дня! Мы зря торопились. Стать свидетелем смерти персонажа, жизненная цель, ну, по-моему, это даже для Коляна слишком жестоко. Хорошо, хоть не просят прибить никого. Так, Коля. Татьяна отправляется на работу, ну хорошо. Чё, Коля цветочками наслаждается? Коль, давай хоть полей, что ли? Помоги. Вот. Семейная работа в действии. Прям идиллия. Полил, молодец. Ну давай, Коль, пропали, помоги жене хоть. Ой, Олег проснулся. Олег проснулся, и зачем он проснулся, я не понимаю. Решил пойти в ванну. Зачем? Ты не такой уж и грязный, как бы, вроде бы. Кстати, с женой у Коли отношения не очень. Давайте сделаем еще хуже. Пожалуемся на счета. О том, как все плохо. На ипотеку, на 25 кредитов.
Давайте поцелуем, а то давно мы как-то... Мы давно этого не делали просто. Слава богу, она еще любит Колю после всего того, что он делал. Так, восстанем мускулами. Красть у жены, ну, как-то... Даже для Коли это... Это противно и мерзко. Подлизываться? Такого мы, по-моему, еще не делали. Что там, Олег, кстати, в ванной? Он не утопиться там решил с горя, я надеюсь. А то настроение у него было не очень. Так что это, Коля подлизывается? Уже подлизался, похоже, мы пропустили. Так, давайте пошепчемся. В общем, романтики. Заняться, можно заняться. Ну да, давайте займемся. Ого, в палатке? Ничего себе, ну давайте в палатке. Ребенка делать нового, честно говоря, я пока не готов. Мне кажется, у нас и так с детьми все в порядке. Какая грязная ванна. Это после похода такой, Олег? Жесть. Кстати, я не помню, мы горничную заказывали, вроде бы. Олег, давайте Олег пойдет и постоит там. Мне просто интересна его реакция. Олег, я понимаю, что охота спать, но давай. Туда можно постучаться, например? Типа, дайте журнал там про дикую природу. Опа! А типа и ничего и не делали. Ну ладно. Отлично, Коля доволен. Хочет рассказать историю кому-то про единорога. Нам нужно что-то покачать. Что-то покачать. Полине, давайте Полине-ка мы кулинарию, наверное, покачаем. Нет, они легли спать. Ну хорошо. Хорошо, все спят. Давайте немножечко промотаем. Полина вон уже хочет приготовить еду на всю семью. Первый раз в жизни, по-моему, Полина додумалась приготовить на всю семью, а не только для себя. Любимой. Хорошо, давайте немножечко промотаем, подождем, пока Таня придет с работы. У нее там повышение. А, нет, повышение вроде бы еще ей дать не должны. Потому что у нее полосочка не там, где надо. Ходят тут всякие. Отлично, Полина проснулась. Ой-ой-ой, я совсем забыл про Олега и про его домашку. Домашку. Кстати, как-то бодрость медленно у него. Очень медленно бодрость восстанавливается. Коля пошел в душ. Про горничную я забыла. Мы ее нанимали или не нанимали? По-моему, нанимали. На постоянку, в смысле, а не на один раз. То есть, я надеюсь, она придет утром почистить ванну. Что-то как-то не особо аппетитно выглядит это, по-моему. Она когда вываливала, был какой-то странный зеленый цвет. Это точно съедобно? Сейчас, если она не отравится, то можно будет есть Коле и всем остальным. Фу, Коля, спрячься. Коля сразу же увидел хавчик. Ну где Таня-то? Сколько там до конца работы? До 23 уже скоро должна прийти, как раз на ужин. Ага, можно собрать уже урожай. Ну, после еды, наверное, соберем. Что там, цветочки? Что? Нарисованы помидорки, и мы же вроде цветы сажали. Или это так просто обозначается?
Да, Татьяна, конечно, приходит домой и без всякого повышения, блин. Таня, садись за стол. Мы все собрали. Что мы собрали? Мы собрали колокольчики, ромашки, хризантемы. Да, мы сажали хризантемы. Полина опять хочет в палатку. Что их всех туда так тянет? Ой, Таня, ладно ты, не ругайся. Давай, поешь. Ну куда вот всем в палатку надо? Давай, перекуси. Олегу нужно еще проснуться. Да что у нас так бодрость медленно восстанавливается? Я прям... Меня это раздражает. Полина, займись делом, например. Оплати счета $1000. Боже ж ты мой. Боже мой. Нет. Давай-ка, Полина, искать работу. Иначе мы бомжевать будем до конца наших дней. Коля? Физкультура? Так, Полина. Чем у нас займется Полина? Может, писательница, да? Можно дома будет сидеть и на компьютере шлепать. Бизнес. Бизнес. Художница. Нет, я хочу что-нибудь творческое. Давайте художница. Мойщица палитры. Вот эта должность шикарная. Лучше не придумать. Ежедневное задание создать картину. Ну, нам нужно будет потом купить, как я понимаю, как оно называется, мольберт, да, полотно. Ну, давайте, наверное, первый раз сходим на работу, а там уже посмотрим, что да как. Нет, их просто всех манит в палатку. Сейчас они опять там чем-нибудь займутся, нет? Ладно, Таня, что ты? Иди уже спать. В конце-то концов. Эй, ну в туалет же, да... В туалет-то можно было? Я же не запрещал. Давайте-ка мы проснемся и поделаем все же домашнее задание. Эй, а где оно? А где наше домашнее задание? Где домашнее задание наше? Эй! Где наш учебник там или тетрадка? Что там? Кто оно? Где оно? Кстати, лягушек надо всех тоже выкинуть. Которых мы наловили. Нет, но меня больше интересует, где наша тетрадка с домашним заданием? Куда мы ее могли положить? Ее нигде нет. Нет, ну... Как мы будем делать домашнее задание? Блин, ну хорошо. Ладно. Будем проводить опыты тогда. Хоть какую-то пользу получать. Коля, ты так просто не стой. Давай-ка бодро пробежись. Пробегись, то есть. Отлично. Надеюсь, может, хоть пузо уберется. Хоть немножко. Нет, ну как домашнее задание-то делать? Как делать домашнее задание? Где оно? Где тетрадка?
Лишь бы в этот раз ничего не рвануло. Может, она на книжной полке, нет? Да нет, вроде бы нету. А, вот здесь, наверное. Здесь нету. Ну, я прям растерян. Я растерян, растерян, растерян. Где наши учебники? Так, Коля бегает? Коля бегает. Может, на компе можно сделать домашнее задание, нет? Изучать заигрывание? Нет, это не для нас. Что-то грохнулось. Коля пришел. Ну что, Коля, ты похудел? Походу, не особо. Кстати, очень у нас получается тихий и спокойный такой день, да? После похода ничего не горит, ничего не взрывается, пока еще даже ничего не сломалось. К нам не прут толпы народа, как это обычно бывает. Прям красота. Коля уже на работу через 17 часов. Нужно будет на работе, наверное, повпахивать, чтобы получить повышение побыстрее, а то опять мы не дождемся. Коль, давай, может... Что ты делаешь? Что ты делаешь? Рассказывать себе историю. Ну, Коля, ты... Ну, хотя все и так знают, что у Коли с головой не все в порядке. Давайте уберем на место все. Все книги. Ну, а Олег у нас останется без... выполненного домашнего... задания. Не забудьте заглянуть в багаж персонажа. Ну так не забыли, где оно? У нас тут только коллекция лягушек. Коля типа ему рассказывает, как правильно нужно проводить опыты. Я бы его не слушал на месте Олега. Ну где наше домашнее задание? Меня это бесит. Меня это бесит. Я хочу сделать домашку, и чтобы у Олега были пятерки в следующий раз. Коля, найди сыну домашнее задание. Ну блин, меня прям это печалит ужасно. Олег еще хочет в туалет, по-моему, да? Уже и в школу скоро. Отлично, хорошо, давайте... туалет и спать. Ну да, только вот такая коллекция фигурок и радует. Небольшая. Отсутствие домашки. Отсутствие домашки просто раздражает. Может, оно на барной стойке, я не вижу? Нет, вроде бы нету. Или я слепой, или... Ну, и у нас опять сломался унитаз. Отлично. Может, Олег в школе забыл ее? Эту домашку. Да, Полина, ты вовремя захотела в туалет, очень вовремя. Только, чтобы в него сходить, тебе нужно будет выполнить квест. Называется «Почини унитаз». Отлично, у нас 24 часа, чтобы оплатить счета, иначе будем сидеть в темноте. Круто. Так, а может быть домашнее задание Олега у кого-то другого в багаже? Кстати, еще одна фигурка, надо будет поставить.
не забыть. Ну нет, я не вижу ни у кого. Ни у кого не вижу. В багаже домашнего задания Олега. Давайте уберем эту стойку, наверное, уже. Чего она стоит? Продать за ноль. Продали. Теперь как-то пусто без нее. Но новую мы купить не в состоянии, потому что нам штуку баксов нужно платить за электричество. Нет, ну вот если я потом, когда буду просматривать, увижу, что я проглядел домашнее задание, тетрадку эту, я буду долго-долго над собой смеяться. Нет, ну нету ее нигде. Нигде ее нету. Отлично, Полина починила унитаз, у нее улучшений полным-полно. Используем. Давайте улучшим ванну потом, сделаем прочные краны. Улучшим душ. Ну, сколько мы всего можем сделать-то? Оказывается. Коля проснулся. Куда пошел? Флудить на форумах? Нет. На пробежку, Коля. Здоровый образ жизни теперь у тебя будет, я решил. Олегу в школу через 2 часа. Через 2 часа нужно успеть сходить в туалет и покушать. Там все протухло уже, да? Нет? Давайте доедим. Чтобы новую еду не готовить. Полина улучшает ванную. Делает это странновато. Олег, ешь, не стесняйся. Я понимаю, что это ел кто-то другой. Татьяне на работу через 10 часов. Ну ничего, успеем. Успеем в туалет сходить. Где Коля? Вот опять в палатке. А, нет. Прибежал уже с пробежки. Стоп. Не старая девушка в нашем районе? Это странно. Откуда ты взялась? У нас одни пенсионеры тут живут. Так, еще одна. Выражение лица у нее, конечно. Коля, ты уже ушел, я хотел, чтобы ты с ней поговорил. О, это наша знакомая. Это наша знакомая. Давайте признаем врагом. Нам, тем более, это по жизненным целям нужно. 3 врага нам, по-моему, нужны, если я не ошибаюсь. Таня проснулась. Хочет в туалет. Да, отлично, у нас есть один враг. Давайте нам его сюда. Отлично. Что мы можем сделать? Попробовать успокоить, интересно, у Коли получится успокоить ее? Судя по всему, не очень. Ну и ладно. Она еще с нами разговаривает, странно. Так, еще одна не старая девушка. Очень странно. Олег пошел в школу, ну, без домашнего задания, это понятно, чем кончится. Таня моет раковину. Ванну, то есть. Молодец. Вот молодец. Вот кто чаще всего приносит пользу в доме, так это Таня. И, кстати, по-моему, горничная должна приходить, если что, часов так в 10. Посмотрим, придет или не придет. Если не придет, то и фиг с ней. Полине на работу, кстати, когда? Первый рабочий день. Через 2 дня? Тоже?
Я надеялся поскорее, как-то это будет. Не понимаю, стоп. Тут же рабочий день указан. Почему до работы 2 дня-то? Не понимаю. Хорошо. Значит, может это какой-то глюк или баг, но... Здесь вроде бы все рабочие дни, суббота, воскресенье, выходной, а сейчас вторник. Странно. Очень странно. Ладно, в следующей серии... Будем закругляться потихоньку. В следующей серии мы оплатим все счета и купим Полине все необходимое для рисования, чтобы она начала, ну, хотя бы немножко творить. Вот. И посмотрим, чем закончилось дело с Олегом и его домашним заданием. Может быть, мы его все-таки найдем. Ну, а на этом все. 23-я серия подходит к концу. Получилась она такой спокойной. Практически никаких происшествий у нас не произошло после похода. Вот. И если вам понравилось, как обычно, жмякайте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. И всем пока-пока.